Добрый день! Вы на канале интернет-магазина mountainrock.ru. Меня зовут Сергей. Сегодня у нас обзор ковра от фирмы Bitrace. Модель называется WarmPad 9. Такой ковер, поставляется он в чехольчике. Есть на коврике небольшая инструкция с его характеристиками. В сложенном виде у нас длина коврика будет 64 сантиметра. И диаметр коврика где-то 20 сантиметров. Коврики можно между собой состегивать. Это в дальнейшем вам покажу. Также у нас в комплекте идет ремнабор. Тут несколько уплотнительных колец для клапана и кусочки ткани. Клея в комплекте нет. Есть компрессионные стяжки, две штуки их. Снаружи у нас коврик имеет ткань, похожую на замшу. С обратной стороны на коврике есть антискользящее покрытие. Это удобно. В палатке у вас не будет коврик скользить по дну. У коврика два клапана, клапана пластиковые, достаточно большие. Выглядит. Открываем клапан, сразу слышно, как идет набор воздуха. Один и второй. Благодаря двум клапанам коврик будет намного легче сдувать и надувать. Есть также вот такое вот колечко, благодаря чему коврик можно будет подвесить на вешалку. Там у ковра есть вот такие уши, и у них есть такие вот кнопочки. Благодаря этим кнопкам коврики можно состегнуть между собой. Наличие таких у нас кнопок с двух сторон, соответственно, в целом вы можете состегнуть и 2, и 3, и 4 коврика. Оставим пока этот ковер, пусть он надувается, пройдет минут 10-15, и мы посмотрим, что из этого получилось. Коврик у нас WarmPad 9 надулся, и вот, собственно говоря, так он у нас выглядит в надутом состоянии. Можно замерять. Соответственно, основное, что интересует нас, это его толщина. Толщину достаточно тяжело мерить. Плюс он, видите, такую вот скругленность тут имеет, но попробую все равно это сделать. То есть, получается, должно у нас быть где-то сантиметров 9. То есть по-хорошему, конечно, тут нужно что-то типа штангенциркуля. Ну вот меряя рулетки, ну да, где-то 9 сантиметров тут в толщину будет. По ширине я буду мерить именно, получается, спальное место без ушей. И спальное место у нас составит, ну, где-то 58 сантиметров. Длина коврика именно спального места, опять-таки, у нас получается 187 сантиметров. Ну, и как вы видите, коврик состегнуть можно. То, что у них есть большая в... будет... Так, видите, ну, питаются ковры, соответственно, когда вы будете спать, вероятность того, она минимальная. Тут единственное, что получается, все равно вот эти уши, да, есть у вас тут вот такое вот место, где нет уплотнителя, утеплителя. Соответственно, холодный воздух в любом случае тут будет протыкать. А так, это очень здорово и удобно, что коврики даже разных моделей у фирмы можно между собой состегнуть. Данные ковры
купить их можно будет по... Пока!